Роман круги наматывает возле подъезда, ждет. На базе. Что, первый весенний пуск? Ямаха, что тут сказать? Шепчет. Со второго тыка, да? С третьего. Ну ничего, нормально. С осени не запускался. Я же не консервирую мотор. Все, отменяется рыбалка. Нагрелся, подсос рано. Все нормально. Попрем сейчас. Погода офигенная. Так и шепчет. Так и шепчет, выезжай, лови. Всем привет. Ну что мы, на Дону. Первый весенний выезд по открытой воде. Серега, наш капитан. И главный рыбак — это Роман, который по открытой воде уже ловил несколько раз без нас. Охотники. Охотники. Мы охотились. Короче, на Дону открытая вода, первый выезд для меня. Будем ловить и пробовать. Через 2 дня запрет на водомоторные лодки. С мотором нельзя будет. Поэтому сегодня мы должны отловиться. Погнали. Первый заброс 20-21. 13 грамм G-Creek. Вот кто профессионал из нас. Ну ладно, говорю, повезло просто. Да ладно, повезло. Я поклевки даже не видел, а ты уже тащишь. Поклевка вообще еле-еле. Да? Деликатная? И когда тащишь, прям медленно крутил он. Второй раз. Короче, на медленной проводке, упади, да, прям? Упади. Я первый раз почувствовал что-то, я думал, дно зацепил. Маленький, ну первый. Ну это вообще на мандулу, да? Да. Красавчик капитальный. Вот это я понимаю, специалист Серега. Не вынимай приманку. Конечно, пускай сейчас я его поймаю. Эх ты! Это был сазан. Да, это был этот. Сазанчик. Чешуя. Не просек. Пока не клюет рыба, надо пить чай. Как рыба начнет клевать, значит и чай будет некогда пить. Рыбацкая донская мудрость. Черная резина, кстати. Ага. Поклевка бодрая была на самом деле. Прям бум. Да? Прям.
ты! Да-да-да. Оху-ху-ху. Саза. Не крадись, не крадись. Я сезон на сазан открыл, ребят. Прям такой бук, прям. Когда крутил его. Короче, вот прям медленно проводку делал. Прям вот так. Жесткая херня на самом деле. Очень жесткая. Хорошее. О, нифига тут. Слушай, да это крокодил вообще был. Это чешуей. А чешуеть можно. Конечно, нифига такого, правее попробуй. Это может даже амур был, нет? Может, все пробить надо, нет? Хороший? Тут я понимаю, Роман. Серьезно сошел? Да. И что там у нас тверь? Тушенка была нормальная. Роман в ударе сегодня. Ну и мы еще, правда, ни одной рыбы не видели. Но что тут таскает конкретное? Рома, это ты должен взять. Ты обязан просто. Потому что даже я не закинул ничего, все. Давай. Давай, браток, давай, 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 давай. Ну, сазанчик прет. Там даже чайкин того смеет, слышишь? Тот поболее был, давай. Давай, давай. Не спеши, Ромч. Просто не спеши. Забирайте. Принимайте. Хоть один не остался. Да-да, он в ту сторону кидает. Эх ты! Сошел, ага. Что-то было хорошее прям. Это уже было прям посерьезнее того. Чё-чё? Может, судачок что? Может, судачок. Я тоже особо не верю. Спасибо, что я сейчас Александр с резиной. Да, ну, судак, бывает, судак, что ли? Да, судак. Да, рабочая. А ты говоришь. А ты говоришь, не ловишь, а сам ловит. А он говорит, видишь, что? Опять-таки ребенок надо отпускать.
очень маленькая. Что-то маленькое. Не-не. Вообще, дитё надо отпускать. Детдомовский. За ту покрывку была уверенная, понял? И на паузе. Ну что, дружок, подарил ты. Эмоций много. Вали давай домой. Давай. Зови бабку. Есть? Поклевочка была, да? Да, хорошая. Вот он. Судачинский. Саня Давыдову привет. Детский сад на отпуск. Смотри. Что там? Дай посмотрю. Смотри, это была лютая тушенка. Да это вообще нереально сазан. Конечно, ты его не смог пробить. Ну, Рома. Рома чемпион, он только на трофей заряжен. Пока я пью чай, Рома тут судаков ловит. Батарейка садится, так что сейчас отключится. Ну что там? Судачок. О! Судачинский. Малыш. Да, детский сад. Пойдет опять в родную стихию. Пошел судачок. Гудбай. Америка. Тихонько. Мелкий сюда. Мелкий. Рыбохрана, что ли? Да. Короче, стоим, ловим, никого не трогаем. Подъезжают два типа на лодке. Как рыбалка? Мы такие, да фигня рыбалка, мелкий судак. А потом смотрим, это рыбохрана. Так причем они нас не проверили, посмотрели, уехали. Так что не признавайтесь никогда, что у вас рыба есть. Не ловится. А может, увидели камеру, развернулись и поехали. Вон они катаются. Между лодок смотрят вообще, кто как ловит. Кстати, надо было сказать, где смыковальщики, да? Ну да. Вон та лодка смыковальщики. Езжайте. Да эти, походу, поэтому и свалили. Сейчас уже непонятно. Небольшой. Я вот так вам. Я возьму так. Че? Вот как отпустили, говорят, на себя оставить. Ай! Плыви. Судак, пацан. Маленький. Черная резина, Ром. Опять отпускать. Опять
взял бы, сошел бы сам бы. Пока я здесь отпускаю, серый ловит. Что, зацеп? Сейчас. Заякорь, что ли? Стой. Я сейчас подтащу прям. Короче, мы сегодня больше отпускаем, чем это. Но зато хоть ловим, кайфанем. После зимы на спиннинге поклевки в руку. Вообще отлично. Что за резина? Сереге, кстати, прикольная резина. Это Антохин. Держи, пожалуйста. Вся резина Fishing Style. Что тут? Ты прешь хорошо, да? Вон вниз, да, это, да. Сазанчик, наверное, но я так аккуратненько. Аккуратненько, капитальный красавчик. О-о-о, дави, 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 потихонечку. Кипиш, кипиш, кипиш в лодке. Кипиш. Не хочет. О-о-о! Серег, ты должен вытащить его. И так уже расслабил все, аккуратненько его. Буду потихонечку тащить, не буду спешить. Надо раскачивать. Плавает по кругу, за хвост, походу, его сделал. Да, хороший, хороший, Серег. Трешка. Ты вообще капитальный карпятник. Да, тебя еще... даже сазан не уходит. Все буду тащить, блин. Ой, это пятак. Хочу. Четверка, Серег, аккуратненько. Не суети. Да, Ромчик. Ромчик. Красавчик. О, серый, короче, сказал всем. Серый сказал всем, типа, успокойтесь, успокойтесь, я не судачник, я карпятник. Какой хороший красавчик. Да не 4. Поклевка, я думал, мелкий судак сначала. И все, еле-еле я вот. Остаток возьми, не уйдет. Ну, Серег, что, нормальный? Легкий, золотой. Да, такой прям. Ну, 4 с копейками он. Ну, не да, 6, конечно. 5, не 6. 4 с копейками. Ну, ты рекордсмен сегодня в лодке. Нет. А, он сошел. А, вот он, видишь? Не пробил. Говорю, что сазан был. Ну это сазан. Сазан? Я его даже не подсек. Он, наверное, на чешуе висит. А он просто, понял, прям шик, как это, как в тряпку. Бам, пошел, и я его дерг, а он даже, я не почувствовал удара. Ты специалист. А вот и... Ты специалист-карпятник, что тут поделаешь? Да, сазан. Смотри, хороший. Оп. Припарковали. Вон поклевка была у меня. Вот так вот разорвало. Бершицкий. Еще надо сфоткать. Берш должен расти до 1,5 килограмма. Наверное. Пусть растет. Оп!
поклевка была прям с удача. Не-не, судак, судак. Он прям дернул прям по судачьему. Ну, небольшой. Дергает башкой. Поднять не могу его. Ну, чистый классический судачий поклевка. Где-то. Красавчик. Не пойму. Он даже не успел опуститься до дна. Да, я потащил. Небольшой, но... Но я даже не отстукнул, даже от дна не отстучал. Детский сад. Просто без поклевки, прям чпык и готово. Ну что, детский сад, не в размере. Но красиво. Беги, наглый судак. Даже две чешуи. Ты уже по-серьезному подходишь к процессу. Ну да, хороший сазанчик был. Фишинг стайл 34. А? Да мы все тестируем. Мы все разловили. Так фишинг стайл в основном 34. Что, тишина? Сколько граф? На одну и ту же не ловим. Неинтересно. Она вся рабочая. Судачок? Ага. Ух ты, как давить начал. Детский сад. Он ваш извивается. Не, быстрый, резкий. Ну что, мы собираемся домой. Сегодня вот неплохо вот это отработало. В таком цвете. И вот эта вот приманочка тоже неплохо работала сегодня. Все приманки Fishing Style. Ссылка в описании. Закончили рыбалку. Отличное открытие водомоторного сезона. Так что в дальнейшем будем практиковать. Все как обычно. Лайк, подписка, колокольчик. Всем пока. Воу-воу-воу-воу-воу, конечная. Посмотрим, что у нас Серега за чемпион в лодке. Сережка. Такого сазана урвать. Сережка затащил. О, почти пятерик, Серег. 4 720, прикинь. Хороший. Хороший.